бесконечно, безгранично рада тому, что мы, представители ТОП-100, наконец собрались вместе. Можно было наблюдать позитивные реакции художников друг на друга, какие-то моменты взаимопомощи. То есть, наконец, можно наблюдать, что мы коллектив единый, что мы работаем вместе, готовы прийти на помощь друг другу. И я думаю, что вот это самое важное. То, что каждый художник представляет свое и только свое лицо, это очевидно, и об этом не нужно говорить лишнее время. И именно это создает такой ковер разнообразия и должно привлекать дополнительный интерес зрителя, что мы, опять же, видим доказательства тому. По-моему, событие очень солидное, замечательно организованное, при этом не растянутое во времени, сконцентрированное в один день. Так что все это очевидно, все это очень интересно, ярко. И я надеюсь, это вызовет интерес у более широких слоев зрителей. Интерес, опять же, лично для меня состоит в том, что те работы, на которые ты тратишь месяцы, вымучиваешь их, стараешься, они, конечно, вызывают интерес, но не тот интерес, который вызывают работы однодневки, выполненные легким мазком, походя буквально. Вот. И это потрясающее открытие, которое ориентирует лично меня на легкость в работе с графикой, с живописью, не торможение в своей работе. И по-прежнему я хотела бы сменять стили. Я не могу никак определенно обозначить свой стиль. Я очень по-разному работаю, не потому что у меня происходят какие-то метания, а потому что конкретная ситуация вызывает конкретные индивидуальные эмоции, которые выплескиваются очень по-разному. Вот. Это надо делать быстро, творчество и идеи не должны быть засолены и где-то стоять долго в чулане и консервироваться. Я думаю, что вот на это нужно обратить внимание, конечно. Да я думаю, что эмоции зрителя также могут вызывать дополнительные идеи у художника. Контакт со своими коллегами или со зрителем очень важен для художника, а не только келейная, изолированная работа с холстом один на один или с листом один на один. Я думаю, вот что любое обновление, оно дает импульс творчеству. Это совершенно естественно и неизбежно. И это очень радует. Я надеюсь, что я это чувствую по себе, я надеюсь, что и коллегам моим данный форум много чего даст в плане идей, а уже впоследствии это разовьется в реакцию зрителей, в какие-то финансовые успехи, о которых мечтает большинство художников. Не все, но большинство, тем не менее. Вот, так что я думаю, что это и для устроителей принесет много радости. По крайней мере, я желаю этому. Чтобы эти усилия все-таки реализовались во что-то более радостное, полное и достойное, и чтобы это давало силы для развития нашего общего проекта в дальнейшем.